Спасибо большое за поздравления, но, как я говорю, это не только мое, это наши команды. Команда подразумевает собой не только футболисты, которые на футбольном поле, а те, кто возле футбольного поля, запасные все вместе добились этого положительного результата. Хотя видели погодные условия, тоже были такие, как говорится, поле подстригли перед самым началом матча. Ну, самое главное, что добились положительного результата, это считаю. Спасибо. Антон Путилов вышел с первых минут. На поле. С чем это связано? Антон не вышел, потому что недавно болел. И он только в стадии того, что становление, восстановление. Спасибо. Как оцените стадион Речица и готовность его к высшей лиге? Ну, я думаю, что многие, наверное, видели. Конечно, хотелось бы получше и газон. Ну, как говорится, не мы же принимаем решения по стадиону. Пожалуйста. Вопросов больше нет? Спасибо.